точки зрения... Ну, лидер нынешней палестинской автономии Махмуд Аббас, агент КГБ? Это естественно, он вместе со мной в университете учился, безусловно. Очень любили вербоваться, когда там были советские войска, афганские товарищи, поскольку считали, если что, то... Товарищи помогут. Да, товарищи помогут. Это была жестокая ошибка с их стороны, потому что, когда все там уже ссыпалось, я помню, замрезидента наш лично обращался к начальнику разведки, к нему обратился один из его агентов, высокопоставленный сотрудник... контрразведки афганской. Там уже все бежали и так далее. Он просил, чтобы забрали в Москву его и его детей. Ответ поступил такой. Мы вербуем агентов не для того, чтобы они в Москве прохлаждались. Они должны